Долго не думая, мы поняли, что не стоит звать ни родственников, ни друзей. Проще нанять няньку. Вот она. Девочка недорогая, приехала помогать, убирает. Скоро будет помогать нам с ребеночком. Поэтому, друзья мои, я вам оставлю ссылочку. Переходите к ней и заказывайте. А самое крутое, что она очень любит кошек и спокойно за ними ухаживает. Это бонус. Поэтому, друзья мои, вот так-то.